Мы сегодня добились беспрецедентного результата. Сегодня уже утвержден только что 153 голосами «за» доклад, который носит эти изменения. Уже в ближайшее время будут собраны подписи, и я думаю, что уже на этой сессии господин Агромут уйдет в прошлое. Война с агентами Кремля, у которых есть лоббинг, силы, влияние, и для них принципиально важно под разными дипломатическими соусами снять санкции со своей делегации в парламентской ассамблее. Потому что они считают, что это будет эффект домино. Все остальные страны тоже так же снимут, как и ассамблея. Все в этом зале должны знать, Россия – это токсично. Работа с Россией принесет вред европейским ценностям, потому что у них нету, в первую очередь, желания развивать Европу. И агентам Кремля мы будем беспощадны. Будь в этом это зале происходить действия, на боях в Донбассе, в Крыму или в другом месте. Мы будем защищать интересы своей страны, будем защищать своих граждан, и агентам Кремля не место в сегодняшний день в этом зале парламентской ассамблеи.